Министерство спорта России лишило Севастопольскую спортивную школу номер 3 статуса Олимпийского резерва. Об этом стало известно на заседании городского правительства в понедельник. Заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Анна Абросимова внесла на рассмотрение проект постановления о приведении названия спортшколы номер 3 в соответствии с рекомендациями Минспорта. Проектом предлагается внесение изменений в наименование государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Спортивная школа номер 3 по футболу» путем исключения из его наименования слов «Олимпийского резерва». Изменения вынуждены, потому что в перечень спортивных организаций, утвержденных приказом Минспорта Российской Федерации номер 782, данная школа не вошла в состав учреждений, имеющих право в своем названии иметь слово «Олимпийский». Позже пресс-служба правительства города распространила цитату исполняющего обязанности заместителя губернатора Ивана Кусова, где он обещает, спортшкола сохранит статус Олимпийского резерва, правда, лишь на региональном уровне. Цитата. «Школа номер 3 останется школой Олимпийского резерва по решению губернатора. Это позволит сохранить и уровень зарплат коллектива, и количество тренировок для ребят. Сейчас из-за санкций наши команды по футболу не имеют возможности играть во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Играть за сборную России. Именно этот критерий не позволял школе иметь статус Олимпийского резерва. Санкции придуманы не нами. Ребята страдать не должны. Поэтому на уровне города данный статус сохранится», — пояснил Иван Кусов.